10 мерок – система, помогающая сшить одежду любой сложности, идеально садящуюся на любой тип фигуры. Приобретайте наш курс 10 мерок для девочек от 8 лет и старше и шейте вместе с нами. Добрый день, вы на канале Модные практики. Напоминаем, что у нас видео выходит каждый день. Сегодня у нас обзор готового изделия. Перед нами вот такое вот, я бы назвала вот такое вот хорошенькое платье, немножко напоминающее ретро. Почему напоминающее ретро? Потому что шлевки, вот такой вот поясочек с пряжечкой, вот такие односторонние складки по всей юбке, по кругу складки. Немножко вот тут с боков нету складок, а так у нас сзади 5 складок. И впереди, вы видите, вот тут вот складки. Складки достаточно глубокие. Но здесь складки сделаны, как вот они походили по рисунку. Вот сама ширина складки продиктовала, какой глубины надо закладывать складки. Вот здесь вот у нас, видите, что имитация планочки. Просто застрочен вот такой кусочек, продублированный клеевым материалом и разутюжен. Здесь никакой застежки нет. И посмотрите, как воротничок, уголочки воротничка зашли вот под эти уголочки. Видите? Сам уголочек воротничка, вот это вот кружевного, очень хорошо вошел вот сюда под уголочки. Вот эта часть воротничка пришита вручную, для того, чтобы иногда можно было его снять, кто-то захочет его снять, снова наметать. Рукава у нас подшиты на машинке. Но ниточка подобрана точно в цвет полоски, так что строчки не видно. Точно так же снизу строчки не видно. Здесь у нас потайной замок. Я сейчас на столе вам все покажу. Сзади у нас, видите, что маленький разрезик и пуговичка. Мне кажется, маленький разрезик и пуговичка сделаны в основном так для форса, потому что... Точно тут такой вырез, что голова бы и так прошла. Но с другой стороны, когда голова уже причесана и неохота портить прическу через нее, там протягивать изо всех сил вырез, конечно, хорошо подстраховаться. И даже в тех вырезах, когда у нас и входит голова, все равно иметь небольшую такую пуговичку, небольшой разрезик дополнительно, чтобы не испортить прическу, чтобы не обтирать платье об тоналку, об макияж. Это очень хорошо. Вот такие моменты вы возьмите на заметку, потому что это очень классно. Вот такие воротнички есть в нашем интернет-магазине. Мы их привезли из Италии. Они у нас есть серебристые, золотистые. Но я сейчас точно не буду описывать. У нас есть видео о них на канале. У нас очень много их уже покупали. Я думаю, что вы уже посмотрели платье. А сейчас я сниму и покажу вам на столе. Рассказываю то, что подкладка здесь только в юбке. Вообще, я хочу сказать, я не приемлю летнее платье без подкладки хотя бы в нижней части, потому что ты где-то сел, вспотел, где-то там весь твой пот, все сразу на первом слое, на самом платье. Поэтому надо одевать или нижнюю юбку отдельно, или все-таки подкладочку в платье добавлять хотя бы по нижней части. Я думаю, что вы все видели. Сейчас вам покажу дальше на столе. Я сняла платье с манекена, положила на столе. Конечно, я в восторге. И очень приятно то, что какие аккуратные вещи люди получают, те, которые их заказали в ателье. Конечно, это, я бы не сказала, что дешево, но по вложенному труду это не так уж и дорого. Потому что сравнить с вещами, которые продаются готовые, где вообще практически нет никакого пошива, один шов, как 0,7 подгибка, и вот вам платье. Но здесь, конечно, совершенно все выглядит по-другому. И это выглядит платье, как будто это вот во времена моей молодости привезли откуда-то из-за границы какие-то финские платья, и мы все там с удовольствием рассматривали. То есть, глядя на это платье, я немножко вот так окунулась все-таки в ретро. Сейчас я выверну, покажу вам. Вот такая подкладочка батистовая, она только по низу. Сверху никакой подкладочки нет. Видите, как сделан у нас вот этот шовчик, где у нас планочка разутюженная. Слегка чуть-чуть вот тут проклеена капельку. Здесь оверлок. Оверлок и проклейка. Посмотрите, как аккуратно сделана проклейка. Бежевый клеевой материальчик, где шов, видите? Вот какая мелочь. Посмотрите, там 4-5 мм от оверлока. Но это уже сохранит изделие от разрыва в этом месте. Посмотрите, как проклеены плечевые швы. Это очень важно. Давно мы не видели таких вещей.
бежевый клеевой материал, смотрите, как. Все платье сделано так, что полностью предохранено от того, что оно во время носки, стирки или утюжки будет прорываться. Продублирована обтачка. Вот так у нас выглядит обтачка в передней части. Вот так выглядит обтачка в задней части. Вот тут пуговичка, уголочки воротничка. Смотрите, как красиво. Вы поняли, как качественно исполнены швы. Швы исполнены вот настолько качественно, с такой вот изумительной проклейкой. Во-первых, сами швы уже как бы держат лучше конструкцию. Изделие выглядит так более добротным. Во-вторых, предохранение полное от разрывов. Показала вам на манекене, показала вам с лица, показала вам к вам изнутри. У нас есть вот такие воротнички, обращайтесь. Вот такой пояс на такой пряжечке, видите? Ну, неважно, какая пряжечка, она могла быть такая или другая. Но на самом деле очень симпатично она выглядит здесь. Потайной замок. Вот в таких платьях сбоку потайной замок обязательно нужен, потому что, ну как иначе в него пролезть? Это очень трудно. Без потайной молнии все очень трудно пользоваться платьем. Я надеюсь, что наши обзоры готовых изделий помогают вам хоть маленькую-маленькую какую-то идейку получить во время вот этого обзора, чтобы вы что-то почерпнули для себя. И таким образом мы станем более разнообразными. И наши вещи будут более такими вот, ну, надежными. Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, приобретайте наши курсы. Всего хорошего. С вами была я, Паукштрина Михайловна, и вся наша команда.